Здравствуйте, киндемрашек. Башенки, башенки снова в деле. Погнали, бля. Так, у нас, ну, Зая, как бы, ну, Зая. Ну, Зая хороша, споров нет. Заю мы уже это, не раз пользовали. Зая молодец. Заю мы оставим, да? Ой, я хочу кукусики. О, блин, кукусики, воспоминания с кукусиками, бля. Жизнь ради кукусиков. Чизка сделал, чиза херню. Короче, кукусики молодец. Кукусики мне затащил этого Молоха. Кукусики вообще красавчик. Зая классная, кукусики молодец. Угу. Надо всех вспомнить, да, а не играть одной Заей. Чё, одной Заей сыт не будешь, во. Поехали даль. Оу, тут артиллерию нельзя будет. Интересно. Интересно у вас тут, интересно. Значит, этих надо побольше делать. Топоры, которые кидают. Варвары. О, нихуя сколько денег. Что тут будет? Там, ну, а что будет все то же самое, блядь? А тут... Реально то же самое, блядь. Ну, короче, давайте вот так вот, да, делаем? И сразу охуеть. Вот сюда, да? Эй. Ну, наверное, по-жесткому, да, скилл-то сразу качать? Ну, наверное, да, все-таки. Ну, вот тут-то мне нужно по-любому одну хотя бы сделать, да, сейчас сразу? Вот так вот, да. Кукусики. Ты сюда идешь, ты ж не взрываешься. Точно. Ты ж король, блядь. Демонов. Артести. Кукусики. Артести да кукусики, ну. Он как это, хочу, говорит, бигтести. И кукусиков. Кукусики, это, возможно, какой-то напиток, да? Бля, ну сюда магию надо, но я вот думаю просто. Сюда тоже? Наверное, магию. Ага, вот так вот, да? Вот просто. Да, я ничего сюда не строил, ты само построилась. Наглую причем. Вот так вот, да? Вообще, тупой расклад, мне нравится. Поехали. А, ну, кто ж еще-то, бля, тут будет? А. Ну, ладно. Ты так не вкачаешься, братишка. Иди туда тогда. Ну, мы тут еще будем делать. Чтобы вот эти вот мрази, которые решили пройти, да? Да, бля, ты нигде не вкачаешься. Ого, иди на кладбище. Хотя не, на кладбище... Да блядь. Сука. Иди вот сюда, короче, блядь. Затрахало. Не, все. Иди-ка сюда-ка. Да блядь, качайся давай. Ты чё не качаешься? О! Не, ну тут это, не пройдут. Вот тут могут пройти, потому что они быстрые. Ну мы сейчас по-быстрому, да, их поставим на путь истины. Да не, они пройдут. Не смогут. Блять, убеждаю себя, да? Возможно, зря. Ну чё, нет, да, так не смогли сделать ачивку. Реально, блядь. Это вы зря, конечно. Это вы не подумали, блядь. Ну, нет. Так, вы... Интересно, блядь, вот. Так, нет, вот так вот сделаем, да? О, ваншот, кстати, был. Когда так пишется, это значит ваншот был. Да не, хуй тебе на руль, да? Охни. Да, говорит, хуй на руль. Все верно. Тут тоже сейчас нормально будет все. А эти отрабатывают, да? Надо им, да, вертуху взять.
И метательные топоры. Я, конечно, никогда не сделаю это. Так метательные топоры надо было в первую очередь брать. Че я туплю-то? Ну надо качать уж, да? 20, я думал 40%, а это всего 25 будет процентов. Ёбнуться. Думал, блядь. А ты не думай, ну. Ну и он когда-нибудь точно вкачается. Вот, блядь. Ну вот тут, например. Да хер его знает, ну вот тут, например. Нет, я сначала яд хочу взять, мне же нужно ачивки еще делать. Так, ну на этого пойдет скилл, допустим. Тут докачали. Бля, яд-то когда-нибудь будет вообще? Ой, они все бегают и бегают, смотрите, да? Мерзавцы какие. Вот тут вот, а ты сюда иди. Не-не-не. Так, дело не пойдет. Я скилл должен был на них слить. Неплохо слил, да? Нормально слил, блядь. Так. Надо хоть, чтобы это кидал. Ой, он одного убил, что ли, реально? Ваншот, я не увидел. Я слышал ваншот просто. Ну, не сам ваншот, а это, блядь. Эффект там как-то. Убили, да? Мерзавцы. Иди сюда, чё? Ты все еще пятый левел? Может, ты больше-то и не хочешь? А? 200. Ну, бля. Ну, кидаю. Да, ну, может, хоть эту ачивку сделаем, а потом уж на какой-нибудь легенькой каточке эту ачивку замутим. Просто найдем ее, сделаем там варваров. Да тут же, да, и сделаем. Одним убить 10, это нереально. Это Unreal просто, это невозможно. Я в такое не верю. Не, я пока ничего тут делать не буду. Так, я все еще варваров качаю. До конца просто. По максимуму варвары будут тут раскачаны, блядь. Потому что они типа будут быстро очень убивать, да, и как бы и все-таки это сделают. Типа будут легкие враги. Когда-нибудь же будут легкие враги. Да? Ой, ваншотик. Иди туда, ладно. Ну надо вот эти уже. Не, надо на яд качать. Да, мне ж на хоть одну ачивку-то сделать. А ты чё стоишь-то? Иди, делись, блядь. 250, блядь, ебануться. Чё так мало-то, нахуй. Подождем этого-то, да? Ой, а на это хуйня мне тут, блядь, уже вон. Так, вот это, да, что ли, качнуть? Ну, а подумать. Да все, сюда иди. Опять там идут, блядь. Качал вас, качал. Чё качал, зачем качал? А давайте еще тут варваров делать, да? Не-не-не, вот здесь. Оху, чё. Хоть, может, это метание топорами замутим, да? Нас-то главное ачивки сделать. О! Вот! Кукусики, но... Да, блядь! А, ну да, туда иди. Ага. Ну, окей. Где будем сливать скилл? Ну, тут, наверное, да? Блядь, да тут... Ну, давайте сделаем что. Варваров. У нас у варваров должен быть это... Одним варваром 10 врагов, да, убить, кажется? За капку, я думаю, это работает. Так, иди сюда. Вот это возьмем, да, здесь. Так, вам. Ну ладно. Нету денег пока. Они становятся когда-нибудь вообще. Че, реально, я не могу одним варваром 10 врагов убить. То есть он не выживает до такого, да? Ужас какой, а? Бедные варвары. Ты там убьешь его? Нет, да? Я себе, блядь, пропустил. Не молодец, знаешь ли. Блядь, надо было вертуху делать. Просто, может, все время другой варвар убивает, да? Не тот, который выживает, а тот, который постоянно умирает. Тоже вот тут стойте, может, топорами закидают, да, кого-нибудь там, блядь?
Вам вертуху надо качать. Вот трое, блин. А ты чё, ты чё? Ты шестой уровень, всё. Ну да, чё тебе там качаться-то, блядь. Вам вертуха нужна. Товарищ варвар, блядь. А вы вообще, да, не кидаете? А, кидают. Ну только не убивают, понятно, блядь. Кидать, говорит, кидаем, убивать не убиваем, ну. О, убейте. Все, с варварами покончено. Теперь нужно делать эти яды. О, варвары. Ой, варвары, блядь. Какие тебе-то варвары, блядь. Какие мы тебя варвары? Мы рыцари, да? Сам ты варвар. Ну это не ваншот был, он просто его убил. Ну на них мы сольем скилл. Да, на них мы сольем скилл. Когда они соберутся. О! Хуя себе, блядь. Давай там ауешечку. Ну вот эту. Ну давай. У нас, кстати, было этих делать. Что-то я тупанул сейчас, как его? Эту, блядь, ну этих. Блядь, ну как их? Ну эти. Сука. А, колдунов! Они же типа защиту бы физическую снимали бы, да? И как бы было бы круто. Ну да. А, ну это все тоже, да, что ли, блядь? Ты не ваншот, ну. Так. Ты умер, да? Да, бывает что. Напугали, блядь, напугали, да. Да, быстрее. Ну если бы я сюда магическую башню сделал, варвары бы их раздавили бы. А так варвары, наверное, урон по ним не носили. И как бы вот. Первого раза. Ну кукусики, ну кукусики же, ну бля, кукусики. Ну так-то сильный дядька, этот кукусики. Достижение. Бля, как будто да, не сделано. Ну ты же сделано, да? Ведро с болтами. Просто такой, да, серенький. Хуёво они сделали, короче, эту менюшку, блин. Не поймешь, сколько у тебя уже готово. Бот, вот мне токсичность только осталось сделать. Ну, на этой странице. Убейте 50 врагов, отравив их. Хотите сказать, я не убил 50 врагов, отравив их на этой катке? Вот реально. То есть они должны быть отравлены или умереть от яда? Вот это вопрос. На которые у меня нету ответа. Может быть, скорее всего, должны умереть от яда они. То есть последний урон должен нанести ему яд. А не что-то там, блядь, еще. Ну вот это да, кстати. Ну это, скорее всего, я топорами сделал, да? Один выстрел, один труп. Ну и вот это. А и вот это. У меня только две башенки осталось сделать. А все остальное это делается вообще запросто. Ну да, ну да, и у меня будут все ачивки. Я, бля, буду повелитель ачивок первой части. Ебануться! Че мне это даст, хуй знает. Ну, может пару сантиметров, кстати. Кто знает, я ж как бы, блядь. Там же не описано, что тебе дают в конце, да, всего. А может быть пару сантиметров. Почему бы нет, но кто откажется? Кто-нибудь, возможно, и откажется. Ну, допустим, у кого 30. Ладно, все. Шутки. Шутки про письки в сторону, короче. Мы тут про письки не шутим, да? Мы тут люди серьезные. Какие письки у серьезных людей? Серьезные, наверное, да? У серьезного человека должна быть серьезная. Ладно, все. Не буду больше говорить слово писька. Сказал ей, да? Так. Ну, дальше погнали. Я думаю просто, какого героя взять? Да, блядь, тут демоны мерзкие, блядь. Тут либо РД... О! Расчехляй свою киску. Поехали, давно. Мы против нее сражались. Мы ее самую, да, уделали. В
всячески... Мы ее заперли в клетку, помните? Да-да-да. И что мы там с ней делали в башне, это просто неизвестно. Нам это не показали, потому что... Потому что это было страшно. У нас как раз-таки есть эти ульты с тентаклями. Ох, Аллерия. Ты Аллерия? Да, Аллерия, точно, да. Аллерия. Я думаю, тебе понравился наш хентай. Так, ладно. Но тут будут большие жирные пидорги, назовем их так. Ну, поехали, чё. Пятый, да? Я теперь все, да? Теперь вот выйти надо. Надо глянуть еще раз. Я хочу это увидеть. Где-где-где? Да, пять. А тут не было уже пят? Ну, тут, да, вот тут опять уже. То есть я уже. Двойной урон, да, они могут нанести. Ну, это... И под... А, ну вот она подкрепли. Вот это! Ой, мне теперь нужно опять вспомнить, что их нужно делать чуть-чуть позади, чтобы они копьями стреляли. Ёбнуться. Еще... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, какие крутые, блядь, пассивочки. Ой-ой, как я сейчас буду тут тащить просто. Разбойник-налетчик, демоническое отродье. Окей. Ну, конечно же, мы тут делаем вот такую... Ой, нихуя денег дали. Вот так вот, да? Сразу же. И реально, почему так дорого, блядь? Оно стоит вот просто. Хуй знает. А почему тут? Не тут. Не знаю. Давайте заново начнем. Ну, ты пойдешь сюда. Ты будешь вот тут вообще стоять. Типа ты стреляка. Стреляка. Да ты, я посмотрю, стреляка. Они вместе будут идти. Тут опять же магию надо делать. А вот у этого мудака какой будет это... Скилашник. Ой, скилашник. Скилашника-то у него, наверное, не будет. У него будет какая-то защита. Вот какая и от чего? Это интересно. Вот это вот сюда делать и сюда, мне кажется, делать, чтобы не пере... Это... Да, хуй знает, да, вот начнет туда стрелять. Тут чуть-чуть поближе будет, я начну туда стрелять. А мне-то нужно, чтобы она сюда всегда стреляла. Тогда лучше делать здесь все-таки. Да-да-да. Именно. Дед там какой-то говорит, people. А тут-то мы будем магию делать. Причем третьего уровня. Хотя 88, а она ну не затея. Ну да. Не, ну лучше брать, да, максималочку. Максималочка она сильнее оказывается. Ну тут-то мы сделаем, да, на всякий случай. Вот так вот, да. А тут-то не. Тут мы будем мальчиков делать. Да, тут мальчики сдержат. Вот так вот, да? Тем более они сейчас еще... А. Ты там, дорогая. О, тоже пулякой, ну. Дошли, блядь. О, криты там, блядь, идут. О! А чё, зачем? А, ну там убьют, там же такая башня сильная. Да тут тоже убьют, как бы, собственно. А тут кладбища-то нет, что ли? А, ну так это нихуя так сильно упрощает задачу-то. Казалось бы, да, ну хуй знает, не пахнет. О, уже третий уровень, да? Скоро выпустит свою киску погулять. Скоро она покажет нам свою киску. Сразу, да, надо качать третьего? Давай же, спасибочки. Вот. Я хочу один яд взять хотя бы, сразу, чтобы в начале был, да? Налетчик, темный рыцарь. Ага. Ой, ебать, нихуя себе. Так, тут сразу надо сделать. Вот так вот, да. Так, и тут-то или тут-то делать? Я бы, допустим, бы здесь лучше бы сделал вот такую башню тоже. Но только я бы колдуна сделал, да? О! Киска вышла погулять. Киску-то тоже выпускай. Быстро жарится. Она, правда, от демонов сдохнула.
Может, она сделает это красиво зато. Сколько им нужно хп, чтобы они не умирали от взрыва? Ну, то есть это невозможно, да? Нет. Вы чё пошли сражаться-то, мили? Вы шумеете копьями кидаться. Допустим, захотели, да? Колдуна сразу вести. Вот, да. И то есть, если тут будет какая-то мразь с магической защитой, да, мне будет насрать, потому что ему снимут магическую защиту. Или она только физическую снимает. Вот что интересно. Так, ну вас качнуть тоже надо. Я яд так и не взял, блядь. Хотел вначале взять яд и не взял. Ну, тут надо вот так вот делать. Угу. Ну, каждый раз, да, когда типа урон получает. Может, все-таки, блядь, я уже дохуя их сделал, может, мне чуть-чуть осталось. Так, ну... Ну, я не верю, что они пройдут. Ну, тут-то вот... Вот эта башня, насколько она мне нужна была. Тут я бы лучше еще одних лучников, да, сделал, мне кажется, блядь. И профитнее было бы. А вы че, блядь? Че не в него-то? Ну. Так, что тут будет? Гонча, владыка демонов, демоническое отродье. Нормас. Варк, ну нормас. Я побольше сделаю, чтобы он что-то выживать начну. Я хочу про... Я... Ага. Паладинов придется делать. Иначе... О, физическую защиту средняя. Почему стала? Почему не полностью убралась? У тебя с каждым ударом, да, он только один раз на нее средняя. А так была хорошая, все, понял. Да-да-да, вот как это работает. Каждый удар. Во, блядь. Я видел, как они хилились, но только это нихуя им не дало, да? Но они хилились, точно видел. Так, ну эти не должны пройти. Проходит же, да? То есть, говорит, не должны, блядь. Ну ладно, иди туда. Тогда мы тут еще сделаем башенку, да, такую? Не должны они, да, пройти, блядь? Че, говорит, че это не должны-то? Может, тут лучше? Да нет, вроде как бы справляются, да? Ой, нихуя сюда. Скилл лучше сюда отдавать. О, она теперь же, да? Повсюду, блядь. Так, тут у меня... Блядь, ну... Вот так вот сделаю. Чё тут будет? Некромант. Некромант. Некроманты как раз-таки... Магическая защита хорошая. И... Ну, и мерзких скелетов он еще призывает, конечно, блядь. Когда один возьмем вот этот, да? Ага, хорошая, блядь. Если тебя танчить. Вот и все. Вся хорошая его защита, да? А, еще идут, их дохуя. А, один остался. А тебя убили. Нихуя себе, блядь. Ну, на всякий случай сделаем, да? Ну нет, конечно, мне навряд ли, блядь, что-то получится. Получается ж, сука. Ну, ладно. Так, нет, ты иди сюда, вот его. Так, что будет? Бесенок, горгулья, парк, элементаль. Булкой элементаль. Блядь. Убьешь его? Убил, наконец-то, блядь. Это будет пятая только волна. Еще тут, да, сейчас пойдет какой-нибудь элементаль там, блядь. Иди, чё. Делаем, да, тут такую же башенку. Надеюсь, я сделаю все-таки яд. У меня уже две башни ядом херачат, и все еще, блядь, скилл не... Хуя себе, блядь. А ты чё, блядь, иди сюда. Ой, блядь, напугало, знаешь ли.
Так, у тебя что? У тебя защиты вообще нет, получается? А, тебя, блядь, хуйнули этой хуйней. Так, мне кажется, я чуть-чуть не то взял, ну ладно. Вот так же возьмем, да? Паладины должны отхилиться, да? Угу. Ну не, паладины, смотрите, да? Ну тут-то вообще по... А тебя типа ядом не заразит. Ну у тебя нет никаких защит. Так. Ну, ваншоты делать нет смысла. Ебать, мулся нахуй. На всякий случай сделаю. Ой, убили что ли? А они типа ауешат, я понял. А ты чё не бьёшь? Так, а так у тебя есть? Нет тоже, да, защит никаких. Чё будет? Демон, вот, ну, ну, окей. Ну, не, тут некроманты самое такое жесткое. Ну, как жесткое, блядь. Не сказать это жестко, да? Как бы, да, будут. Надо тебе тоже АОЕшку взять, проблемы-то особо не будет. Давай, 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 поехали. Просто нужно... А сколько некромантов? Я что-то, блядь, запамятовал. А, ну тут а вот эти, да. Конечно, блядь. И, ну, я то, что эти суки взрываться будут. Но я надеюсь, они не с некромантами пойдут. Так вот сделаем, да? Ну, Макс! Долбанный кот, а, вечно меня подводит, блядь. Тут тоже, да, хоть? А тут и вот так вот, да. И посмотрим, насколько это будет профитно. Как они будут танчить. Тебе-то, конечно, лучше все же туда идти. Вот тут-то вот стоять. Тут-то помогут, да. Ну да, справляются. Я думаю просто, что дальше качать. Ну, понятное дело, яд максимально, да? Еще бы нет, блядь. Да, вообще спокойно стоят. Ага. Да почему у меня ачивка-то не делается на яд? Задолбал уже. Че, хочу сказать, я не убил 50 отравленных врагов, блядь. Стоп, раз. О! Наконец-то, блядь. Вот так вот, нахуй. О, идут, блядь. А ты иди вот сюда вот, пулякой. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Ну ладно, все, все. Тут-то мы сделаем, да, чтобы тоже на всякий случай друг будет проходить. Тебя кто убил, и главное, где, я не заметил. Как это произошло? О, хы. Идет, блядь. Вот так вот, да? Я не все призываю. Ну я же скилла дождусь. Они не пройдут 100%. Блядь, нихуя урона. А ты кого там пью? Была бы зая, зая бы уже вкачалась, кстати. Легко, легкотня. Ну это да, это вся Аллерия. Она как показала им свою киску, они нихуя, нихуя, бля. И нахуй ты назад вернулся? Ты же ушел, бля. Не понравилось в коридоре. Ох, кошатина, бля. Так, продолжаем. Кота, короче, впустили, точнее, кота. Кот даже не спрашивал разрешения, он просто вошел. Он открыл дверь,
посидел в коридоре и вернулся обратно. Нахер там, что, говорит, там делать, блядь? Ну, мне-то не нравится с дверью открытой сидеть. Мне-то нужно, чтобы она была закрыта. Интересно. Ну, в принципе, если она магическую защиту снимает... А, так и не нужно. Похуй. Ну, Алерия тут, конечно, вообще не подходит. Хотя давайте уж начали, да, ее трогать. Давайте будем с ней. Но она не подходит к этой катке, потому что она типа физикой дамажит. Зато у нее есть киска. Это главное. А. Это, блядь. Еще проще. Might and magic. I put a spell on you like a charm for honor and glory. I put a spell on you. Да? Ну, смотря, конечно, как они будут идти. А у нас не могу, я ж не могу делать артиллерию. Какая похер разница? Ну, у меня ж типа ачивка на. Might and magic. Поехали. А ты туда вот стой. С этой стороны будем... Она будет помогать, а с этой мы будем мальчиков делать. Вот так вот. Будем смотреть. Возможно, даже тут вообще не нужно это... Мальчики. Побольше сделать. Что-то как-то тут. А, ну тут Алерика. Она даже без киски может, видите? Она может все. Да, да, да. Я на там. Блять, нет, это выгоднее брать, да? Смотрите. А нихуя урон увеличивается за 270, а тут. Всего-то. Понятное дело, что тут будет вот так вот. Да? Так гадалки не ходите. Ну что, мы тут голема поставим? Чтобы вот тут вот, блядь, всяких, да? О, полетели, блядь. Так. Ну, я думаю, не пропустит. Ну, по крайней мере, на это... А, ну у меня же мальчики теперь есть, блядь. Ёпты, с копьями. Ладно. Ну, големов, да, тоже тут и сделаем, да, за 270. Блин, урон, да, получается. Не знаю, насколько... О, киску достал. Расчехлила свою киску. Чё, кто следующий? Мне просто интересно, что делать-то. Ну да, давайте сразу это сделаем. Ага. Ебануться, да? Я там вкачаю тоже, да, сразу же второго левела, на всякий случай, блядь. Они ж... А. Пересрал, значит. Ну ладно, окей. А, еще бегут. Все нормально. Бля, хуёво, иди сюда быстрее. Да, бля! А, долетела стрела, успела, нихуя себе. Видели, видели, да? Видели, Алерия что творит? Это Алерия, вообще всем Алерия, Алерия. Просто, да, последним выстрелом вытащила каточку, блядь. О, идут, блядь. А, идут. Насмешили, ну. Даже не знаю, насколько нужно качать тут это, а не магию брать. Просто, блядь.
Даже не знаю, короче. Подумать надо, подумать. С другой стороны, если... Да не, паладины тоже как бы не сказать, что прям нужны. С другой стороны, ауешки паладинов это вообще как бы тема, как оказалось. Да? Прям вот вообще тема. Они прям когда шмякают ими, прям вот выглядят прям сильно мощными. С другой стороны, сейчас могут идти эти... Рыцари, блин. Да они еще не нужны, нахер я их взял? Голема бы взял и хватило бы. Вообще бы вкачал бы тут все башню мага, и нахер никто больше не нужен был бы. Ну я вот решил вот так вот сделать. Я хоть взял, не, не взял даже. Не. Чач. Прошли, блядь. Ну и чё, что прошли? А ты типа так сильно тут долбишь или что, блядь? Я не понимаю просто. Почему тут так не проходит, как там? Типа, супер кошка моя, что ли, тащит, блядь? Не понимаю просто. Видимо, кошатина тащит просто, да? Она вон она стоит, смотрите. Не хочешь поучаствовать в бою, кошка, блядь? О! Не, говорит, не хочу. Ну, ок, блядь. Ой, денег-то, денег-то. О, надо вот это по максимуму сделать. Почему не там, правда, да? Логично бы было это там сделать, тут эта Алерия что-то там еще напукивает, блядь. Не шмогли. Да-да-да, именно так. Взять что ли? А, тут взята одна хилка и тут. О! Идут, блядь. Ваншоты, наверное, надо, да, уже брать, блядь, просто. Ебануться, блядь. Можно скилла? Нихера себе, проходят, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Не шмогла. Признай себе это, ну. Ну давайте тут еще, да, вкачаем, чтобы хоть это, блядь. Красиво было. Ой, ты даже не смог пройти, нихуя. А, она же замедляет. Так она и в прошлый раз замедляла, а не выход. Ну ладно. Четыре у вас всего. Так. Не хватает. Это убьют, да, наверное? Ой, надо это было качнем. А, качнем. Нихуя вас там, блядь. Ёбнуться. Ты там не танкуй, ты чё, блядь? Это будут мальчики помогать, а тут мы сейчас вот это вот, да? Сделаем, блядь. Вау, просто, да? Жестко решили, блядь. Так, ты иди пока с этой стороны. Поддержу чуть-чуть. А, эти денег-то, блядь. Че, никого не убили, что ли? Вы че, блядь? Короче, паладины не нужны были от соло совсем, блядь. Ебануться, блядь. Небо и скилл.
А как я в конце обосрался, да? Обидно, знаете ли, блять, было. Ну, понятно, чё. Паладины могли только в конце, вот тут нужно, если что. Причем сразу же, вот, блять, прям сделаем вот так вот. Да? Вот так вот, да. Иди сюда. Bleeds, так, нет, тебя. И тебя. Причем эти тоже не шибко-то нужны были. Угу. Не, ну можно как бы, да, их типа големчиков сделать будет через одного. Хоть как-то, да, растащит это все. Да проще ваншоты взять, если честно. Как раз последняя волна, если будет хотя бы 5-6 ваншотов, это минус. Вот это ну да, надо ваншоты брать. Ой. Так вот, да. Угу. Там как бы, ну, когда дойдут, сделаем башенки тоже, блядь. А мне кажется, что... Вот так вот сделаем, да? Угу. А тут поставим мальчиков. Я почему-то все время думал, что будут эти некроманты, а их не будет же. То есть их не было. Хотя, может, они потом бы и были бы, да? Что-то я так не... Это... Тут вот это надо качнуть. Ай, бля. Ну, вообще нужно вот эти только брать. Блядь. Не, надо вторые делать, точно. Там же потом эти собачки будут бегать, блядь. Собачки — это жопа. Вообще единички, все сделать в единичках, во, сначала. Все, что смогу сдержать, смогу, но... Не, надо, да, может големов реально сделать, то есть чередовать. Хотя зачем, если ваншоты будут, да? Столько денег дают, прям немерено реально дают денег. Они по-любому не пройдут, даже если и пройдут. Да не пройдут они, блядь. С этой... Бля, у меня же мальчики умеют копьями кидаться. Че, куда они там пройдут, блядь? Вот так вот, да? Сейчас вот эти башенки качаем. Они ж реально, блядь, я столько денег в паладинов лил. И они настолько были бесполезны вообще, я сейчас понимаю это, блядь. Быстрее, блядь. Ну вот это вкачаем, да? Надо туда сюда идти тебе. Во! Ну тут мы сейчас будем нагнетать мальчиков. И то есть тут они точно не пройдут. Они так-то тонкие же. Если что, зальем. Вот так вот, блядь. Ну что это, блядь? Пришли такие. Ой, я, говорит, добежала. Ой, нет! Меня же сейчас убьют! Фридом, ну. Так. Надо четверки делать. Четверки выгоднее, чем тройки делать. Тройки 200 с чем-то стоят. 216, а четверки 270. Ну, тройки за 216 дают там на 20% увеличение урона. Ой, на 20 не процентов, а вот 46-27, то есть, ну, на 19 даже. Да? Плюсом. А за 270 я получаю вообще. Так что да, на четверки в первую очередь делать, а не тройки. Ну то есть, если делаешь то... С двоек нужно качать до четверки башенку. Так по деньгам выгодно и по дамагу. Вот. Угу, пока вот эту сделаю, да. Чтобы, блядь, на повороте она еще оттуда дамажила. То тут не очень много цепляет. Ай, бля. Ты там все пятый только уровень. Ну она, короче, это очень полезная, да, на этой катке, заметили? Прям вот сама полезность, ну, бля. Я никогда не была такая полезная, как здесь. Ай, быстрее денег, что такие бедные-то? Бомжей тут наделают, да? Выпуска... А, кстати, сколько серий это было, бля?
Ага. 30 минут. Ну, окей. 30, так 30. Так, вот тут, да, не знаю, насколько нужно вот эту башню сейчас качать. Под конец, да, ну в начале нахер. Просто. Ну нет, надо, да. Ты что, у следующей башни? Блять, и скачал на 3, да? Бред, надо было вот эту до 4 сделать. Лучше было бы. Да не, не боюсь вообще. Так, это у меня не вторые. Ага. Вот надо их на второй левел так качать. Все, я понял. Вторые башенки — это выгодно. За сколько? За 144 мы получаем 10. Ну тоже не сказать, что, блядь, прям выгодно по деньгам. Ну вот это я качаю все равно. Они ж не дошли до туда. Значит, и сейчас не дойдут. Но тут будут все одни и те же башни вкачаны, если что. Просто не вижу другой смысл что-то брать. Нужно много урона и вообще не нужно сдерживать. Ну да, испыташки, они такие вот абсолютно вот. В 90% испыташек они вот именно вот такие вот, блядь. Вот так вот, да? Вот просто вот. И вроде и прикольно, и смешно. Ну, что-то вот, знаете, как-то вот, как будто тебе на голову посрали, блядь. Для чего-то они такое придумали, да? Захотелось, блядь. Ты там качаешься вообще? Забыла, как это делается, да, качаться. О, почему тут-то? Ты больше урона, соответственно, да нет? Странно. Ну, может, тут я раньше башенку, да, типа, прокачал? До второго там, допустим, уровня. Ну вот это вот, да. А, ну их тут не так много, чтобы, блин, усираться. Вот если что, мы будем скилл использовать. Ну все, тебе, блин, а чё, почему тут? Почему? А, то что она тут бьет, да? Так, а тогда тут больше? Да хуй знает. Я думал, тут лучше прокачается, но теперь кажется, что она там... Ну, там она вообще не прокачалась, там уже только вот час начали доходить. О, этот вот... Ну, это вообще насрать, иди вот сюда вот. Сука. Эти качать, блядь? Или ваншоты брать? Не, будем качать, да? Ваншоты брать что-то не вижу смысла сейчас. Пока нет. Потом, на следующей волне нужно брать ваншоты. Начинать. Тут еще вон мелких дохуя. Тут может как-то, да, закругление типа, и тут как-то урона больше башен, да, наносит. Кто знает. Ну да, смотрите, эти уже умерли, считайте, блядь. А эти уже вот... Как бы... Почему? Непонятно, блядь. А, быстрее. Минус 4 будет говноеда каких-нибудь, да? О, минус 4, а то уже минус 4, ну. Так. Так, блядь, убивать, да, вот... Уже покоцанных, конечно, ну такое, блядь. Ну ты иди сюда хотя бы. Сюда вот, блядь. Убивать нужно колпу стол. Да хуй вам, на руль, блядь. Я тут в одну башенку вообще-то играю. Ну, в две получается, да? Я же сделал еще другие башенки. Ой, я скилл сейчас буду использовать впервые еще. Ну ладно, использую. Ага-ха-ха-ха. Ой, ты-то зачем, блядь? Во! Ну да, это такие вот испытания. Они именно, сука, такие, блядь. Чаще всего бесят аж вот этим своим. Говорят, что вот это тоже нелегкое. Визнановское. Ну, это, Аллерия, спасибо. Спасибо, ты все сделал.
Тебя что ли? Мы тебя тоже, кстати, в клетку загнали. И тоже, я с тобой думаю, мы там такое делали. Ух! Я прямо боюсь представить, что с тобой делали там. Ингвар. О, тебя, мы тебя... Пойдем, Малик, пойдем. О, тебя-то мы освободили тогда. Да-да-да, в третьей части. Вон какие. Артиллерию нельзя будет. Ну, нельзя и нельзя, чё. Продается. Я бы купил. Я, кстати, я понял, кто купил его. А, ну, явно, да, вот эти круги не будут использоваться. Иди на кладбище. Да, блядь. С птичек сразу, да, начнете? И горгулек. А то есть тебе на кладбище-то ловить получается нехер. Ну, вот тут-то тогда тусились. Ага. Так, ну... Я все вкачал, в общем, мне только артилерешку, да, вкачать? И все. Ачивку, точнее, сделать, вкачать. Ну, почти как вкачать, только не вкачать, да? Ну, тут более демонов больше, наверное, будет, да? Значит, все-таки, я думаю, вот через это надо поиграть попробовать. Вот так вот, да? Вот, а тут... Вот так вот, да, делаем. Потому что тут потом будут выходить эти говнари. Посмотрим. Ну да, да, вот этих мы сюда поставим, конечно. Ого, а находки дал, да? Ой, нихуя вас тут, блядь. Реально. А, ну да, у нас же мальчики теперь тоже умеют это делать. Это дело делать, но... Справитесь, блин? Ой, бля, бегут нахуй. Неуклюже. Пешеходы. По лужам. Так вот, да? Угу. Бесенок Вульфварк. Ага, бесенок Вульфварк. Хорошо. Пока, значит, мы все делаем правильно, в общем-то, да? Получается. Так, блядь, где-то здесь тут нужно сделать что-то будет. А я, может, артиллерию нахуй, да, сделал, блядь? Да, как вы думаете, блядь? Будут тут враги, на которых нужна артиллерия? Вопрос на миллион. Уза, ну. Ебать. Не, они долетят, наверное. Страшно, конечно. Очень. Побежали, блядь. Не, нахуй, да? И как раз этот сдохнет. Ебать, нахуй. Вы чё, блядь? Вы чё творите, блядь? Ироды. Очень полезный арти... А, ну вот, да. Теперь будет. А тут что? Ну вы ебанулись, что ли? Вообще охуели. А правда тут ее было делать? Понятно, блядь. А, ну. Ну ты тогда туда уже иди, блядь. Чё тут? Вот тут-то будешь ловить их, блядь. Надо это. Вот так вот, да? Ну, ща будут идти, блядь, эти, нахуй, говнари, блядь. Но началось, блядь.
О! О, а как ты прошлый уровень взял? Расскажешь мне? Просто интересно, бля. Для меня это остается загадкой. А, собачки же были, что я туплю, да, все правильно. Ну я хуй знаю. Не, ну я понял, да, где моя ошибка, блядь. Особенно сейчас, блядь. Жестко, жестко, что тут скажешь, блядь. Ой, даже так, нахуй. Да, конечно, блядь. Короче. Да, ну и хули там то, что ты вкачался. Одного-то про... Этого убили, да, но демона-то все равно пропустили. То есть это скелета. Понято. Значится так, да? Значится, вы вот так вот с нами играете, вот в такие игры, блядь. Одну такую возьмем, да? Угу. Нет, она не здесь причем, а вот здесь. Чтоб она защиту, да, сни... Мало, блядь, мразь. Вот так вот. Причем... Ее нужно потом будет делать. А так третьего уровня нормально побудет. Сейчас денег не нужно. Тут, а вот тут-то если мы... Вы нормально, да, будете тут тусоваться? Отлавливать, да? Вот этих вот. Угу, будут. Хорошо. Тогда тут, понятное дело, вот так вот. Почему вот это? Потому что быстрые, но вот это мощные. Мощь, то лучше. Но у них будет скиллы, если мы им вкачаем, будут интересные скиллы. А, ну тоже хорошие скиллы, в принципе, блядь. Тут бы я, наверное, возможно, да, вот так вот сделал бы. Тоже бы подержал, да? А вот тут как раз-таки... Поехали, блядь. Поехали, поехали! Да, мальчику что надо делать? Понятное дело, бля. А, быстрее, бля. Быстрее. Быстрее давай! А, ну. Не, не будешь без... Во, спасибо. Пока нормас. Пока все ок. Ну, я, конечно, героем, да, угадал просто, блядь. Идеальный, да, герой для этой катки, блядь. Не считаете так? Ребята убьют, понятное дело. Давай, поехали дальше. Так, и вот... Следующая только волна будет, да, жесткая. А тут будет, да, ага, вот так вот, да, будет. Все. А у вас что, какие там? Нет тоже защит никаких? Я тебе бегу! Я тебя победю! Я ж надо вторые качать, вторые-то профитнее качать. Точно, чё ж я туплю-то? Сейчас только понял, блядь. У меня столько дырок, да? Так в натуре. Блядь, че... ну ладно, пока вкачал, я вкачал, да? Ты там хоть дерись тоже, блядь. Первый уровень, блядь. О, с одного удара вкачался, видели? Нет, тут так понятное дело, что я ее продам. Вот тут вкачаю. Нет, тут надо магию делать. Вот так вот. Ебать вас тут нахуй. А чё я не поставил-то ему? Ну вот так вот, да, сделаем. Тут меня не пройдешь, я думаю. Хуй тебе на руль. О, жестко-то как, блядь. Все, вот начинается, да, жопень? Теперь нужно... Угу.
Сюда артиллерию. Вот это мне нужно, во-первых, вот это сделать в первую очередь. И вот сюда начать артиллерку качать. Да-да-да. Еще мне нужно делать. Блять, нужно Тесла по-любому. Вот вообще к гадалке не ходи. Потому что Берта, ну она так себе. Ладно, давай, ты иди сюда. Ты же будешь помогать им сдерживать, блять. Блять, тут вот. А, магическую защиту она не снижает, да? Это башня. Только физическую. Она не написана, может быть. Я просто не почитал что-нибудь. Ну да, да, да. Я их прошли, блядь. Не, ну молодцы, конечно, кто спорит-то, блядь. Как нож по маслу, как говорится, блядь. Во, давай там станчик вот этот вот, да, ауешечки вот эти все красивые, блядь. Артиллерию пока качать вот так вот сделаем, да? Бля, не хватает. А, с скелетов же денег не дают, точно, нахуй. Ой, блядь, нихуя. Ага, ты хоть одного бьешь-то, блядь. Да нет, да, защита. Бля, почему? Ты ж. А, ты не в него стреляешь. Тебя убили! Нихуя себе. Иди сюда. Интастишь, блядь. Ну, блядь, почти его убили, да? Молодцы. Тоже поддержали хоть что-то, блядь. Пока у меня там. Ой, бля, ну там пока сдерживают, да? Нихуя себе. Вот сюда надо, блядь, качать. А чё, блядь, вы все идете и идете. Вы, блядь, мы уж убили там всех, вы все идете и идете на. Сюда беги. Ой, блядь. Не, ну я понял, блядь, сразу же, ну, чё тут, как тут не понять-то, блядь. Обы не понял, ну. Ну понятно, блядь.